Привет, ребята! Вы на канале Вятка Хантер. Сегодня у нас вышли мы с Мишей по охотничьему путику проверить капканы. Это у нас уже третий капкан. Пока без результата. Кулемка у... Вторая, в общем, кулемка была сработка. Куница своровала приманку. Значит, зарядили по новой все. Не снимал, было темно. Время у нас еще раннее утро. Погода сегодня отличная, морозец давит под десяточку. Вчера охотились на лося, но безрезультатно. Миша, он видел, проскочил от него метров 200. Не знаю, буду выкладывать это видео или нет. Возможно, объединю и сделаю нарезку со следующим видео. Посмотрим. Охоты на лося еще будут, время есть. Поэтому увидим. Хотели ехать вчера на снегоходе, но еще рановато. Позднее сделаю обзорчик на снегоход и... В общем, покажу, какие доработки, какие мы там коррективы внесли в новый буран. Сегодня у нас по планам проверить капканы. Ну, в общем, все. Смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Пойдем прогуляемся вместе с нами. Да, ребят, забыл вам отчитаться по поводу этого костюма. Камеру немножко наклони, вот так. Забыл отчитаться по поводу этого костюма. Ходил в одной куртке, как бы не стал я ничего о нем говорить. Сейчас походил второй день в штанах. Костюм очень теплый, очень удобный. За счет того, что высокие штаны, они мне до шеи. Тут получается двойная ткань, очень тепло. Единственный минус, Миша подсказывает, в этом костюме неудобно ходить по большой нужде, приходится снимать курточку. Если бы была молния здесь до пояса, до конца, то было бы, конечно, гораздо лучше. Но что делать? Ну и комбинезон надо расстегивать до конца. Ну и комбинезон надо снимать, расстегивать, да. Ну, ничего с этим не поделаешь. Среди таких минусов я считаю, что больше все-таки у него плюсов у этого костюма. Поэтому рекомендую, покупайте. Очень хороший костюм, мне очень нравится. Такие вот дела. Хороший костюм. Сейчас у нас здесь бобринная плотина будет. Пойдем проверять. Первый капкан, получается, на бобра у меня здесь стоит. Снимем, покажем. По путику проверили уже мы 5 капканов на куницу, 2 кулемки. Результат нулевой. Вообще не переключайтесь. Смотрите. Я думаю, что-нибудь все равно попадется. Подходим к плотине. Смотрите. Может быть, что-то есть. У нас рядом трасса проходит, федеральная дорога. Это, наверное, был сокогон. Да, смотри, ребят. Какой столб воды. Это пена у плотины. Ой, как наморозило, здорово, красиво. Обалдеть. Это сладкая вата для бобров. А вот Серега пошел купаться. В кроссовках в лесу делать нечего. Подержи-ка ружье. Наверное, зайчик.
Так, что-то я не вижу. Наверное, бобры твой капкан унесли к себе домой. Подойди сюда поближе. Как бы не провалиться мне. Не провалишься, обычно, твердо. Так, парни, выпатываю вам капкан. Не знаю, что-то не идет он оттуда. Сейчас попробуем. Повырубил я его. Капкан снесло. Течение. Есть там что или нет, сейчас увидим. Ты не дорубил. Контрастный душ принимаем. Надо, чтоб не окунание. Вообще хода нету. Непонятно сюда. Не, пустой. Ничего нет. Капкан сработал. Или нет? Волосы в капкане. Волосы в капкане есть. Значит, бобра поймали за задницу. Может быть, он животом бывает, срабатывает. Животом. Или местом. Капкан маленький, но он очень такой. Пружина хорошая у меня. Я думаю, не урок, а просто девато и рукой его даже не извести, приходится вводить ногами. Потому что не упасть. А что думаешь, что еще выдра попадется? Здесь у меня выдра попадалась. Я не вижу. Еще одна вещь. До следующего раза. Ладно, все, выключайся. Капкан пустой. Так, ребят. Картина маслом. Куница в капкане. Идем, смотрим. Вот она. Висит красавица. Висит. Даже еще... Аня снежком-то ее припорошила. Припорошила ее снежком. Вот такой вот зверек. Попалась двумя лапами. Я думаю, она тут долго не билась даже. Он приманку не сбила. И на крышу не залазила. Не могла подняться. Капкан тяжелый. Двумя лапами попалась. Вот такие вот дела. Очень красивый зверек. Наша русская окуничка. Вот такая вот она. Небольшая кошечка, я думаю. Ты как думаешь, Миш? Была бы килограммов на 15. Было бы лучше. Да. Небольшая кошечка попалась. Может, кот. Вроде кошка. Светленькая. Вот такие вот дела, ребят. Проверяем уже, наверное, где-то ближе к половине капканов подходим. Первый зверек на сегодня есть. Это радует. Давайте смотрите дальше, не переключайтесь. Может быть, еще что-то у нас заскочит. Так, ребят, идем по охотничьему путику. Мишей, снегом нас засыпало. Куницы пока больше не выпадают. Река вся избегана норкой. Почему-то следов куних очень мало. Один след только попался нам. Но и то уже он заметенный. Миша идет сзади. Тоже завалило его снежком, покуривает еще. Не-не, я не курю, я балуюсь. Балуешься, да?
Давайте узнаем, почему Мише, городскому жителю, который раньше в деревне никогда не бывал, так стало нравиться ходить на охоту, купил себе ружье, ходит с ночевкой каждую весну. Че, Миш, что послужило? В лесу спокойно, тихо, много деревьев. Ты как городской житель должен любить там компьютер, там дискотеки, кафе, рестораны. Нравится тебе все это, нет? Нет, это мне еще не нравится. Че, почему? В городе мало деревьев, с ними не пообнимаешься. Да, понятно. Тихо, спокойно в лесу, можно травку пожевать. Травку, да? Посвистеть, поорать. Че, зачем свистеть и орать? Нельзя нарушать тишину. Ну, как же. А в лесу не так шумно, вернее, в городе не так шумно. Миша вот теперь, у него 5 лет, летом подходит, тоже собирается купить себе карабинчик. Поедем, наверное, вместе покупать. Поедем, наверное, за тиграми в Ижевск. Посмотрим, в общем. Хотим взять, ну я хочу взять короткий, короткоствольный тигр. Может, у кого-то есть, да, можете дать какие-то характеристики, комментарии, нравится, не нравится. Почитаем с удовольствием, в общем. Ну, что еще, вот смотри. Вот в лес ходить на охоту. Я с детства любил стрелять из пневматического оружия. Со школы мы ходили все время, покупали пневматики, ходили, стреляли по фонарям, по голубям. Проказничали, короче, да? Пристреливали мы, делали, брали таблетки маленькие. В темном месте мы стреляли, ставили окурок и в темноте стреляли, там, ну, метров на, с 10, с 15 по окуркам стреляли. То, что, поэтому я люблю оружие, люблю ножи. Поэтому для меня это все было как бы не в новинку, но плюс в лесу все это можно применить в деле. В другом формате, скажем так. Да, в другом формате, более полезно. Понятно. Тем более в городе не постреляешь. Мяско Миша любит есть и бобрятинку, лосятинку. Ну, насчет мяса. В городе мяса хорошего нет. Да, потому как там его все время пичкают антибиотиками, да, всякими гормонами роста. А в лесу же их никто этим не кормит. Правильно? Конечно. Колбаса вредная очень, в ней много соли, всякой ненужной бяки. Ладно, ребят, тут если этого человека. А тут в мясе бяки нет. Если этого человека завести, то это надолго, короче. Ладно, интервью взяли небольшое. Я думаю, вам будет интересно послушать. Давайте идем мы дальше. Осталось у нас немного капканов. Сейчас подходим к плотине, будем проверять капкан на бобра. У меня плотина опять мигрировать. Не, мигрировать не будем, мы будем это. Переходить-то ее не будем, там нормально, подход хороший. Да. В общем, смотрите. Жалко было, что не видно, как мы переходили плотину. Было очень интересно. На жопе сейчас переползали плотину. Ладно. Так, ребят, здесь, в общем, куница съела приманку. Капкан был слабый. То есть я засовывал в него палец, и она, или если палец свободно вылазил, капкан ослаб. Что мы делаем в таком случае? Вот так вот вбиваем сюда ветку. И капкан становится более мощным. Даже взводится очень туго. Взводится даже очень туго. Настораживаем. Только ветку надо вбивать очень, как бы сказать, стараться потуже вбивать ее. Чтобы не выпало, когда зверь будет крутиться. Вот так вот настораживаем капканчик. Привязываем обязательно. Потому что куницы хитрые пошли. Скидывают капкан. Немного так привязываем чуть-чуть. Сейчас добавим приманку. И в общем, у нас сегодня это у нас последний капкан. Значит, результат такой. Одна куничка. Средний, скажем, результат. Неплохо, не хорошо. Ну, и так, даже такой результат, это результат. Самое главное, походили, погуляли. Погуляли, да, хорошо сегодня, отличная погода. Ходили, погуляли. Сегодня ехать нам в Киров. Очень не хочется, а что делать? Надо. В общем, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Я думаю, будет еще что нам поснимать, будет интересное видео. В общем, давайте, вы были на канале Вятка Хантер. Всем удачи, всем пока.